Туда сделаешь, если что. Хорошо. Ну что, ну, пока... Я посмотрю, какой ты благодарный человек. Ты... Насколько ты будешь благодарна? Я вот там цифру увижу, какую ты мне туда сделаешь. Чаевые? Нормально, да. Хорошо. А потом я запомню тебя. И покажите, что вы сделали. Задний ход уверенный. Полностью. Это что такое? Конкретное освещение зада. Какого зада? Какого? Такой зада. Задний ход, когда включаешь. Сейчас поменял. Вот это видишь. Если что-то стало, на это вот это патрон. Что стало? Вот что ты мне... Ты подожди, да послушай меня. Подожди. Мультируль я подключу тебе сходу там. Через мультируль ты его можешь включать, отключать. Сейчас я включу, посмотри, как горит. Ты сейчас в шоке будешь. Сейчас подожди. Это что такое? Провода, саморезы. Кнопку нажимаешь на это. Все. Видел? Это что такое? Это, разве я просил лампочки поменять? Что ты? Что вы наделали? Да? Красота, да? Ну, это предохранитель, я тебе предупреждал. Его сходу можешь. А это вообще это разбирать ничего не надо. Вытащил. Вот такой засунул. Все, поехал. Это задний ход, ты говорил, мультируль. Пойдем я тебе еще то, что там доделал, покажу тебе. Это что такое? Это что за прикол? Гармонично, что было. Чтобы машина сливалась отсюда. А это что висит хотя бы? Это что висит? А это висит, понимаешь? Да, висит. Багажник у тебя открываться не должен, что ли? Все, хорошо, хорошо. Какой ты вообще непонимающий человек. Охренеть. И по салону, да, отсюда, чтобы удобно пошел. Это, слышишь? Ты слышишь? Да. Сейчас... Что за чайник там стоит? Садись за руль, я тебе сейчас объясню всю. Тебе инструкцию надо проводить, чтобы ты понимал, я тебе инструкцию проведу. Посмотришь и смотри дальше. Садись сюда. Аккумулятор пройти, на зарядку поставил. Это что? Полностью все, что надо будет тебе. Это что за розетка? Чтобы все у тебя здесь работало, там, тут, короче, вот ты же хинкал-минкал, субзик, чайник, короче, да? Ну, это, там, ты же говоришь природу. Ты искал мне природу. Я тебе сделал максимально не один-два сделал, это да? Это что один? Это же что за колхоз? Я машина, тебе не один-два сделал, я тебе сделал сразу. Здесь печь, меч, телевизор. Вот сюда. Ну, снизу не надо, ну, сбоку, назад можешь холодильник поставить, короче. Гриль, мриль. А? Тема, да? Я просил его... О, здесь... задний ход отключился, видел? Это мультируль, у тебя кнопка не подожди, работала. Подожди, вот здесь я говорил починить кнопку, это я что? Я тебе починил кнопку, она полностью рабочая, туда. Полностью. Если ты ничего не понимаешь, ты спроси меня, я тебе сейчас... Я буду так чайником кататься, я так нету нигде, я тебе сейчас просто говорю, чтоб ты инструкцию тебе провожу, понимаешь? Инструкцию тебе, чтобы ты потом запоминал. Ты много вопросов не задавай. Говори конкретно. Это непонятно. Расул, пожалуйста, это все, знаешь, красиво. Объясни мне, пожалуйста. Где ваше начальство? Да, или начальство? Выйди. Какое начальство? Начальство. Позвони начальству, пожалуйста. Какие проблемы?